Всем привет, ребят. Ну что, мы сегодня опять трешуем на бездонатном аккаунте. Global я выбил я прошлый раз имбу седну. Герой довольно-таки интересный, как триантик, только в некоторых случаях получше. Для бездоната он очень хорошо заходит. Скоро будем делать гильдию и вступать. Ну, сегодня у нас мировой кризис, который открывается с 4000 силы. Вот на русском он открылся. У нас есть три локации, и основная — это архидемон. Так, ну с чего начнем? Присоединитесь к силам союзники в трех разных этапах и вместе отразите натиск архидемона. Первое — это имп. Здесь надо отвечать на вопросы, которых многие из вас не знают, их все время добавляют. Атака гризли укротителя имеет шанс наложить оглушение. Да, видите, все верно. У нас есть по три попытки. Вопрос, испытание удачи — это проценты. И дополнительно нужно выбрать правильные умения на героя. Так, отлично, первый этап. И еще карта судьбы. Так, еще дает. Еще одна карта судьбы. Еще одна карта судьбы. Вот так вот. В общем, 29, в принципе, довольно-таки неплохой результат. Сразу же увеличение, как видите, оно не особо радует, потому что мы не набрали очей много и, соответственно, не наберем больше в этом раунде. Так, только ваших друзей вы можете пригласить быть вашими товарищами по команде в пустынных руинах. Ну, тут вроде нет. Потому что можно пригласить и других игроков, которые участвуют в рендоме. Так, поехали дальше. Карта судьбы. Карта судьбы. И еще дополнительно увеличение дали в конце. Отлично. 60. Ну, так вот. Итого 53 тысячи. На каждом есть ранг. Как видите, здесь люди по 100 набивают. Конечно, жесть. Так, также у нас есть за взнос. Вот тут вот, кстати, самое интересное. Ну, тратить я не буду. Авацифер. Аварицифер, вот так вот правильнее даже. Что с него дают? Как видите, с него будут давать награды за пожертвования. То есть делаете пожертвования, в итоге в конце вам дадут рунки, мешки, эмблем, ну не эмблемки, а тут руны идут. Коробка рун, редкий ящик, мифический. Ну, в общем, здесь можно хорошие повытаскивать руны. Это для бездоната как бы обязательно, но надо фармить. То есть для этого надо, чтобы у вас хранилища были, потому что надо вот каждые сутки по 2 миллиона маны золота. Ну, КГшки, конечно, влаживать я бы не советовал. Ну, значки почета тоже, в принципе, по желанию, но на начальном этапе это очень жирно будет. Так, ну и самое основное, у нас есть угольная армия, это самое интересное отсюда. На угольной армии вы уже можете выставить там забор, расстановку, баженки, если они у вас есть, таблетки и ваших героев, чтобы затащить чем побольше. А вот у меня такие сейчас герои стоят, они вообще никакие, честно говоря. Я не знаю, вот ради интереса мы сейчас пойдем посмотрим, сколько же мы волн сможем затащить, а потом пойдем на основу, покажу сразу же разницу. Ну, тыковка здесь, в принципе, нужна, но единственное, что у меня здесь нет... Это, наверное, самый меньший урон, что у меня был в битве замков на угольной армии. Можете меня с этим поздравить. Так, 27. А теперь давайте сделаем немножко по-другому. У нас есть герои, которых мы не качаем. Мы условились, что я их качать дальше не буду. Вот покажу вам просто разницу. Если поставить сюда стрелка, Дрейка. Ну, Франки смысла нету. Давайте ведьму возьмем. Тыковку оставим. Чисто сравнить разницу. Это наш первый опыт. Обновляется локация каждые сутки. Вот как видите, стрелок уже приносит пользу. Чем приносит пользу? Он, вот смотрите, уже вторую даже волну идем. Он забирает энергию вертолетиками плюс... Так, ну тут, наверное, все. Нам хана.
Да, скорее всего. 60 тысяч, ребят, это новый топ-результат. А, даже каких 60? 600? 600? Вообще просто изи. Полляма набили на угольной армии. Отсюда вам будут давать вот тоже обязательное прохождение ордена, которых вам будет не хватать. Я уже показывал вам магазин. В магазине за ордена можно покупать разные топовые шмотки. Ну, топовые шмотки, нужные вещи, которые я показал. И, в принципе, отсюда их фармить можно вполне нормально. Так, окей. Так, тренировочка. Запустим на тренировку. Магию тоже надо улучшать. Так, окей. Что там у нас получить? Ежедневный вход. Я забрал. Дали нам дополнительно 200 самов. Так, бесплатно забираем это все. Лечить склад надо будет нанять побольше строителей. Так, окей. Не хватает мне маны, как видите. Доберусь я уже на выходных, начну полноценно фармить. Так, окей, улучшаем это. В общем, надо увеличивать в любом случае хранилище, потому что это необходимо будет для угольной армии, для прокачки героев, особенно золота. Будет очень не хватать всегда. Для этого надо побольше нанимать строителей. Как видите, у меня сейчас не хватает. Надо 500 самов. Сейчас мы сделаем вот так вот и наймем строителя дополнительного. Это обязательно, потому что без ускоренной, скажем так, стройки, ну, вот прошли этап кризиса, нам дали награду. Без быстрой стройки это будет очень все у вас печально. Надо все равно в любом случае вам придется нанимать 5 строителей, потому что качать здание вы будете очень долго, это там месяц уходит на некоторые здания, то есть чем дальше, тем больше их надо прокачивать. Так, что там у нас еще интересное на прокачку? Давайте так сделаем, потратим 2 самика. Так, окей, с этим мы разобрались, показал я вам, что мы можем сделать на бездонате, то есть такой вот предел моего аккаунта. Ну, плюс-минус там можно еще потрошевать, конечно же, но это первая наша была попытка. Завтра я буду улучшать результат. Поехали, попробуем это сделать на основе. Ну как на основе? На твинке уже. Основа уже не здесь. Как видите, у меня тут уже получше. Так, ну-ка, интересно, наверстать. Наверстать все равно будем. Или не будем, не, не будем в плюсе. Будем. В принципе, там дают. Так, ладно. Получить, получить. Что там у нас сегодня есть? О, Анубиса продают. Нифига себе. Азуликса можно даже собрать. За 5 больших паков, это, конечно, жесть. Так, хорошо. Пособираем. Бесплатно тыкнули. Так. Окей. Вот такие вот у меня герои. Я даже не буду ничего сейчас менять. Ничего себе СУ. Поехали опять же на угольную. Я вам говорил, буду показывать и там, и там. Такс. Угольная армия. Поехали сюда. Чем ниже интервал атаки, тем чаще она происходит. Да, то есть там, где у вас атака, есть там показатель 1000, это равно 1 секунде увеличить очки. Особо радует, что оно сейчас выпало. Вот здесь неплохо. Так, маг духа. Это вот этот вот у него умение. И ты получаешь больше 3 очков захвата, если захватил
ты получаешь больше очков захвата, если подзахватил больше точек на атаке фортов, конечно. Так, окей. Сразу же. Так, умение убийцы-убийства уменьшит шанс снизить атаку противника. Честно говоря, даже не знаю. Неверно. Никогда не заморачивался над талантами. Ну, некоторых я, конечно, знаю героев, но убийцу я даже, по сути, там особо и не качал, поэтому я такой же, ну, как и вы, будем знать, что нет. Так, Бугимен есть. Отлично. Вот в конце улучшения, как видите, больше всего 40 тысяч. Итого мы набрали 72. Так, смотрим, что тут у меня по команде. Что-то непонятное. Анубис, ну, давайте вот сделаем такую каточку. Ради интереса, вы видите. Тут, конечно, разница очень большая. Тут 12-е скиллы у всех. Так, Анубис у меня с воодушевлением. Подхила, конечно, у меня нет. Там Лазуликс не даст зайти. Анубиса все мучают и мучают, никак не могут домучить. Так, отлично, два демона есть. Ну, как видите, здесь... 12-я волна, это, конечно, не показатель. Все, Анубиса у нас, к сожалению, слили. Лазуликс. Ледяной Феникс тоже неплохо тащит. Плюс Мохнатка, но Мохнатка по-своему хороша. Так, окей, блин, сейчас, наверное, нас сольют, да. Так, смотрим, где Лазуликс остался. Ну, тут вряд ли что-то сделает один. Вот 18-я волна, вообще не заморачиваясь. 227 миллионов, то есть, чтобы вы понимали, это очень большая разница. Донат без донат, конечно, здесь уже максималки. Буду вам, если вам нравится вот такое прохождение, там заснимать, показывать, я думаю, для новичков будет очень интересно, потому что, ну, я не знаю ответов на вопросы. Да, честно говоря, я сам иногда удивляюсь от вопросов, потому что, ну, это надо чисто сидеть, учить, изучать скиллы полностью всех. Так, убираем отсюда, ставим тут командору такую вот, Махатму оставляем, убираем ее, ставим сюда отхил ворожая, попробуем сейчас таким не особо. Так, вот такого вот ворожая поставим, Анубиса оставим, Азуликса оставим, хранителя уберем, поставим, наверное, нет, любовника. Любовника поставить. Так, Бугимен. Вот такого любовника поставим. Я ничего не буду менять. У меня нету смотрителя, как видите. Сейчас посмотрим разницу. Тут на этой локации хорошо очень воодушевление на героев с автопроком. То есть автопрокеры — это те герои, которые бьют без цели, они заряжаются, у них срабатывает их неумение. То есть к ним относится ворожей, Анубис, поэтому на них воодушевление. Можно сюда брать Афину, которая будет дополнительно заряжать всех остальных. То есть вариантов очень много. На Лазуликса тоже, ну, на Ледяного Феникса тоже желательно сюда ставить воодушку, для того, чтобы он все время был заряжен при подходе вражеских героев. Так, отлично. Ну, пока вроде тащим. 11-я волна. Я думаю, тут у нас не должно быть особых проблем. Отхилы у нас есть, все у нас есть. Как видите, я бегаю без тыковки. Тыковка тут особо не нужна на сегодня. То есть она здесь ничего практически не решает. Возможно, изначально когда-то я бегал с тыковкой, да, было. Сейчас героя настолько можно прокачать, менее, что... просто, ну, смысла нет. Вот посмотрите, что Махатма делает. Лазуликса. Просто же. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Сейчас нас, наверное, сольют. Да. К сожалению. Ну, кто там у нас остался? Ну, как видите, немножко поменяли составы. Уже в два раза больше. 472 миллиона. То есть потолок здесь и 600 набивается. Практически до 700 доходит. Это все рандомчик, все зависит от того, на какой волне вы остановитесь.
Их максимум здесь 24. И там выходят такие демоны, их надо побыстрее убить, то есть надо совсем другие составы, других героев. В принципе, вот так вот показал вам следующий этап нашего бездонатного аккаунта, что мы уже открыли, будем дальше двигаться, прокачивать. Пишите комменты, подписывайтесь, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.